который нам всем дал путевку в жизнь, это наш родоначальник, родоначальница, это человек, который первый узнал об инкрузе, это человек, если вы не знаете, когда-то попала в катастрофу на лайнере, и она пришла в круизный бизнес, это было лет 15 назад. Это человек, который изящная, красивая, профессиональная, знающая несколько языков, невероятно целеустремленная, обаятельная женщина. Зовут ее Ирина Аронец. Да, это наш вышестоящий спонсор, которому я очень благодарна, потому что она начала переводить все слайды, все сайты, все статьи. И именно она перестала у нас брать вместе с Юлей в какой-то степени от нашей трубки с Дианой и также Наташа Колесникова, которые говорят о целеустремленности. Знаете, самый целеустремленный человек – это тот, который хочет куда? Боже, какие вы умные! И смотрите, знаете, когда у нас есть ЖЖ, спросите у Колесниковой, я не лукавлю. Мы с Дианой ее тогда просто достали, все компания берет $100 добавить на мои 100. Мы не могли этого понять. А это пирамида, а компания разорится. Диана, тут у нас пришла Марина Коваль, которая задавала нам еще вопросы. А где документы? А где доказательства? Вы думаете, мы не такие, как вы? Такие. Но знаете, мы разные, почему? У вас сегодня есть столько материалов, у вас сегодня есть столько инструментов, у вас сегодня есть столько результатов у ваших людей, у вас сегодня есть тысячи людей, которые были в круизах, у вас сегодня есть невероятное подтверждение легальности компании, Trust My Travel, Clear, всевозможные ликвидные платежные системы. Люди, которые зарабатывают сотни тысяч долларов и 50 и так далее, да, каждый месяц. И я хочу, чтобы каждый из вас понимал. Сегодня вы этот бизнес можете делать так. Но если вы его так не делаете, это причина в ваших мозгах. И как только вы будете так же, как, например, следующий наш наставник, Олечка Ра, да? Оля Ра – это женщина, которая когда-то взяла на себя ответственность 2 раза в день проводить вебинары. На таком вебинаре были и мы с Дианой в ноябре месяце 2016 года. Мы зашли, там было 8 человек, посидели чуть-чуть, потом было 12. Я вышла с того вебинара, потому что я говорю, что за бизнес? 12 человек, она говорит, боже, что за бизнес? А Диана, она мудрее, она вообще мудрее, но не в этом сейчас суть, да? Она говорит, Наташа, там говорят, какая-то акция есть, промоушен, $500 дают, да? Мы давай Юлю на аудиенцию, за что дают деньги, ну, а мы пришли так же, как и вы, по-разному в Intrusus, на кредитные, на одолженные. Я помню то время, когда они где на Дианой телефон пополняли, потому что не было не то, что там, да, Юля и так далее. То есть поймите, мы все с одного теста, мы все с одной страны. У нас у всех кредиты, хвосты. Но знаете, почему я вон? Знаете, почему семья Борщенко без 5 минут вон? Потому что у нас и черт побери. Пожалуйста, огонь. У нас есть черт побери. У нас есть черт побери жгучее желание. А знаете почему? Мы когда-то впустили каждый вкус от жизни. А потом вот эти вот пошли качели, правда? У вас тоже так? Я о вас говорю, да? Я же не о себе там с кем-то, а я о вас говорю. И почему-то вы забыли вкус той жизни, где вам было хорошо. Да? Вы забыли вкус той жизни, где вы могли заходить в магазин и
платье, а думать о том, какой бы наряд вы собой украсили. Вы забыли вкус той жизни, когда вы заходили в ресторан, и когда вам не надо было выбирать, сколько это стоит. А чем бы вы себя любимого или любимую сегодня побаловали? И я хочу, чтобы каждый из вас с сегодняшнего дня и еще плюс 3 дня вперед, чтобы вы наконец-то вспомнили, что вы победитель. И когда вы научитесь включать эффект кофе, знаете, что это? Не важно, что вам там говорят. Важно то, какое у вас ЖЖ. Какая у вас цель. Как только ваша цель будет вас сжечь, как только она будет вам не давать спать, знаете, что Шевела делает по ночам? Она до 2-4 ночи пишет. Она что-то сочиняет. Она уже борт. И вроде бы казалось бы, зачем? Знаете, когда я закрыла борт директора, Тома Чардон, где ты? Это моя первая линия, Тамара Донс, региональный директор компании. Мы с ней делали 19-го, я закрывала борт директора, она закрывала национального, а Андрюша с Оксаной закрывали регионального директора. Это все мы делали в ее квартире, где приходили все партнеры, куча компьютеров, карточки, непонятно куда летали, кто за что платил. Да. Знакомая ситуация? Знакомая. Знакомая, да? Ну, я говорю то, как есть. Я говорю, вы что, кого-то не знаете, я ничего не добавляю. Знаете? Меня за 105 человек на вот этой энергии. Они просто начали ко мне уплатить, посмотрели, мы с вами. И все. Все, она никуда. Они даже не спрашивали куда. Да, они спрашивали куда и что. Они сказали, мы с вами, мы хотим жить в этой энергии. А у нас, чтобы вы понимали, спасибо, Томочка. Смотрите, я почему-то выслала, сейчас я продолжу. Когда они пришли, а мы, я не помню, в каких мы были одеждах, но ну, точно не у парадных выходных каких-то. Что-то такое, да, пижамная вечеринка, спасибо, Алла, да? И вот в этом пижамном настроении, то, о чем говорила Диана, то, о чем она будет говорить, вы ее послушаете, да? Почему бизнес делается на энергии? Что мы продаем? Эмоцию. Да? Когда вы перестанете людям презентовать президента, Инкрузес, компанию великую, когда вы начнете людям презентовать, посадить на их губы их ощущения, их счастья, которые они получат там. Неважно, кто-то приходит за финансами, кто-то приходит за путешествиями, кто-то приходит за развлечениями, кто-то приходит за новыми эмоциями, знакомствами. Неважно, вы должны выявить потребность, эту потребность посадить человеку сюда, чтобы у него потекло, чтобы у него свело, чтобы он этого захотел, черт побери, чего он жить не сможет. Только тогда у вас будет настоящий бизнес. Понимаете? А если вы начнете, у нас великая компания, кому нужна ваша компания? Понимаете? Не это вы должны продавать людям. Люди сегодня устали. От чего? От безденежья и от каких-либо, так, знаете, приходи, будешь первый. Да, знакома. Да, я вам сейчас открою всем большую тайну. Ребята, мы все помазаны. Мы все помазаны, потому что у нас еще с вами есть 2-3 года, когда будут помазаны все те, кого вы быстро привлечете в бизнес. Почему? Потому что через 4-5 будет уже тесно. А у нас здесь еще 2-3 года, когда мы можем сделать. Что? Что несет интрузис? Эмоции, эмоушен. Эмоушен. Эмоционы, да? Интрузис несет что? Радость. От чего? От того, что человек получает. Радость от того, что человек
зарабатывает, радость от того, что человек общается. Вот это инкрузис, вот это бизнес. А если вы приходите с протокольным лицом и рассказываете о компании, и рассказываете, какой великий Майкл, вас тогда люди не подписываются. Понимаете? Приходите к людям со счастьем. Несите им, черт побери, то, что им не хватает. А им сегодня не хватает, зайдите в метро. Зайдите в метро, покатайтесь, обожаю. Захожу в метро, смотрю на этот фейс-контроль. Да, да, и что? Круто. Вроде бы все с похорон, но с разных станций метро сели. Понимаете? Потому что у людей проблемы. Нашла. Нашла. Почему? Знаете, когда
как хорошо проявил. И тебе надо это хорошо что сделать? Раздать. Поделиться. 2020 год. 20 год директором. Это знаю все. Я беру обязательства перед инкрузом. Я знаю, что я делаю. В этом году у нас будет 2-3 год директора в команде. В следующем году будет 20. По итогам декабря 2020 года. Знаете почему? Потому что когда вы имеете за что покушать, вы кормите тех, кто рядом с вами. Понимаете, я еще? Я сегодня, будучи госдиректором, я себе задаю вопрос. Очень часто моя сестра мне задает, мама, положи телефон, мама, Наташа, отойди от компьютера. А я не могу. А у меня такая цель, понимаете, у меня аж челюсти сводят, представляете? Я ночью, они ложатся спать, я говорю, сейчас иду. И сейчас иду, затягивается до 2 ночи. Почему? Мне идеи какие-то идут, я работаю, я знаете, тут Кременский появился сейчас. Тоже, да, работаем. Я так думаю, что конец августа будет веселым. Так, Миш? Да, вот. И так далее. То есть, понимаете, когда есть люди, которые горят глаза, у которых есть большое зачем, и если ты знаешь как, а они согласны, это как в кубе делать результат, який сон. Понимаете, какой сон? Вчера Катя, она мне звонила, ребят, вы не поверите, она мне ребенок 4 дня звонит. А перед мероприятием просто нет времени. И она мне говорит, Наташа, мне надо действовать, скажи мне, что мне делать, я буду делать. Потому что мне нужен результат. Молодая, красивая, топ-модель там, метр 90, ну, понимаете, да? То есть на сегодняшний день формула экзекутив директора, формула года очень проста. 10, 20, 30 касаний в день, 10, 20 разговоров, просто как раз только вам надо. Понимаете, ничего не изменилось, ребят. Вообще ничего не изменилось. И дальше все превращается в конверсию. Конверсию чего? Вашего результата. Но только тогда, когда вы возьмете ответственность. И не так, что между борщами, портками, мужьями, внуками, отпусками, дачами, смородинкой, огурчиками, крыжовничками строить бизнес. А когда вы возьмете ответственность и будете этот бизнес просто делать. Сегодня рынок голодный, вы в курсе? Сегодня на рынке есть, но не так много компаний, на которые можно обратить внимание. Да? Вы помните, у кого была истерия 3 месяца назад, 4 вышли там 2 компании разные, да, туристические, да? Я вас сейчас захочу и я обрадую. Сейчас будут выходить еще 3-5. Ура! Знаете почему? Они увидели, что инкруза зарулит. Они поднимают из залежей старые документы погибших в Америке компаний. Они их воскрешают, написав легенду. И дают рынку, знаете, есть логи, Хемингуэй эти, кушать. Понимаете? А люди это кушают, они не разбираются. И уже закрыли, уже лима, все, поникло, все. А сколько вас колбасило? Хочу вам всем сказать. С точки зрения борт-директора, может, мы где-то больше чуть-чуть знаем, чем вы. Сегодня равных с инкрузос нет. Точно. Сегодня компания Intrusus, это компания единственная. Мы не толкаемся плечами, что мы одни из. Мы не одни из. Мы единственные, которые...
о чем вы через 3-5 лет с колокольни, когда вы будете борт-директорами, вы скажете, точно живела в Киеве, говорила. Ребят, у нас есть перфекто бизнес. У нас есть хороший маркетинг-план. У нас есть бизнес-модель, аналогов которой нет. У нас есть уникальное клубное членство, которое позволяет нам строить бизнес с чем? Что еще очень важное в бизнесе? Знаете, есть такая книга, справочник женщины, бизнесмена, предпринимателя. Она называется «Библия». Там есть 10 заповедей. Так вот, наше членство – это то, что позволяет нам соблюдать эти заповеди, если мы это делаем вот этим. Понимаете, о чем я говорю? Мы их не делали, эти заповеди, не мы их создавали, не нам их отменять. Все слышите? Да? И когда мы бизнес делаем экологично, а компания это поддерживает своими действиями, потому что компания работает экологично. Да, есть изменения, классно. Все течет, все меняется. Все, что меня не убивает, делает сильнее. А ну-ка, матушка природа, попробуй, насколько мы правильно адаптированы. И мы не будем скулить, а мы будем брать этот бизнес и его развивать как? Еще более динамичней, еще более профессиональней, еще более одержимей, еще более эмоциональней и так далее. Все понимаете, о чем я говорю? Да. Понимаете? Да. Кому это откликается? Что надо делать, чтобы делать, чтобы быть борт-директором? Будем просто делать. Первое, что подогревать. Вы должны залезть сюда, поковыряться здесь, вот здесь, и найти то, что вы хотите. Не ваши дети, не ваши мужья, не ваши внуки, а то, что вам надо. Вы знаете, я в своей жизни имею очень много меч, о них я буду говорить послезавтра. Но одна из моих меч, кто из вас видел много фильмов «Песок», «Домик», «Шезлонг», «Плед», какой-то собачка беленький, вам родочек, например, да? И такой вот шум моря. А ваше небо заболало? Две стихии, на которые вам нужно смотреть вечером. Это огонь и море. Да? Очень люблю камин, и он у меня будет в моем доме, который будет стоять на первой линии моря, где будет у меня мой пляж с моим шезлонгом, и где я буду достойно встречать свои 99 лет в окружении моих правнуков и внуков, которые будут гордиться мной. И знаете, когда я закрыла Бунда, в марте месяце 2019 года я приняла решение, что моя жизнь положит конец безденежью в моем роду. Браво! Вы не ждите пилюли, вы не ждите таблетки. Все вот здесь, абсолютно все. Понимаете, если вы будете делать действия, эти действия будете каждый день делать, не искать оправдания, почему вы не делали вчера, если вы научитесь договариваться с вашей семьей, если вы отдадите себя в армию на год, на полтора, при этом вы уже найдете вашу цель, которая вас жжет, чего вы хотите, вот только тогда вы будете успешны. Я вам желаю, чтобы ваши ЖЖ не давали вам спать, есть. Чтобы вы научились включать и включаться самому и зажигать все, что вокруг вас. Я хочу, мои хорошие, и я знаю. Я более чем уверена, что каждый из вас достоин лучшей жизни. И когда вы сможете через год, через два сказать, я лучшая версия себя.
которая была год назад или два года назад. Когда вы сможете это, вы знаете, превратить, конвертировать. Вот ваш результат сделайте тем фактором, о котором говорила Наташа. Сделайте сегодня ваш результат вашей жизни X-фактором, лебединой песней своей жизни, которая вас поет и которая будет звучать в ваших поколениях. И ваше поколение будет говорить: вот Ленка, бабка была у меня. Капец какая! Вот за это, ребят, вот только ради этого. Понимаете? Поднимайте себя вот за это. Тяните себя за ремни, за что хотите. Поднимайтесь с пепла. Начинайте пахать, если у вас есть цель, ради чего. Понимаете? Если вам не надо деньги, сейте о членстве, сейте о выгодах. Не все пришли за деньгами. Понимаете, я о чем говорю? Дайте людям чего того, что они хотят. А чего они хотят? Эмоции. А эмоции где получают? На отдыхе. А что у нас есть? У нас есть невероятный продукт. Членство, которое можно дает экономить на круизном отдыхе. Классно? Классно. Прекратите оправдываться. Берите вашу жизнь в ваши руки. И я вам гарантирую, за год, за два каждый из вас будет борт-директором. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемый зритель! Благодарю вас, что до конца досмотрели мое видео. Если вам интересно и хотели бы узнать больше информации по круизному отдыху по всему миру и по очень доступным ценам, приглашаю вас на живую презентацию и посетить онлайн-конференцию в прямом эфире, где вы узнаете очень много интересного и полезного для себя и отзывы многих людей, которые побывали и отдохнули на океанских лайнерах. С моей стороны, в качестве наставника вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка от нуля до результата. Ссылка для бесплатной регистрации находится под видео. И затем я с вами свяжусь. До встречи!